Дорогие братья, тема, о которой мы теперь будем рассуждать, она так звучит. Слово Божие является источником радости и утешения. Места Писания 2. Псалом 118, стих 162. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Еще одно место Писания. 92 стих. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Слово Божие является источником радости и утешения. Действительно, наше Святое Писание, которое мы сегодня имеем, оно очень многогранно. Оно может ярко и красочно освещать разные стороны жизни. И радость, и утешение – это то доброе, приятное чувство, которое нам так в жизни нужно, где-то порой не хватает. Апостол Павел мог сказать о себе: «Я исполнен утешения, преизобилую радостью». Думаю, это очень доброе, хорошее состояние христианина – исполнен утешением, преизобилую радостью. И в этом Слово Божие для нас является прекрасным и чудесным источником. Вообще, Слово Божие – мы слышали уже в эти дни, в разных сферах проявляет свое действие. Как-то я в детстве, помню, уже лет 20 назад больше, мы дома в деревне у себя делали ремонт и покрасили все полы. И пришлось ночевать летом на улице, прямо под открытым небом. И вот с вечера лег, смотрю на звездное небо, и уже тогда удивлялся, как велико, как прекрасно творение Божие. Звезды, они разные по яркости, разные по расстоянию. Вот. И в то же время они не пересекаются. Их тысячи и десятки, может быть, тысяч даже, сказать точнее, на звездном небе. И они как-то в разное время зажигаются и по-разному светят. И думаю, какая-то аналогия, сравнение есть со Святым Писанием. Оно тоже, здесь много стихов, и все яркие, и все хорошие, и бывает в разное время, в разных обстоятельствах, в разном положении, то или иное слово для нас загорается, так вот зажигает нас, радует, или утешает, или вдохновляет, или обличает, как звезды на небе. Думаю, хорошее сравнение. И вот так, если ближе к нашей теме, радость и утешение, хотя понятия такие близкие, и они могут одновременно быть, эти два чувства в нашем сердце. Но я бы хотел разделить радость и утешение. Вначале о радости. В Библии много написано о радости. Вот в данном случае мы слово прочитали «Радуюсь я Слову Твоему». Вообще намерение Божие или желание Божие, чтобы дети Его, народ Его, он пребывал в радости. Еще в Ветхом Завете мы читали, Господь говорил к своему народу: «Обрадуй их в моем доме молитвы». То есть желание Божие радовать. Когда родился Христос, и даже до рождения Христа, когда пришел ангел Гавриил к Марии, он и сказал такое приятное слово: «Радуйся, благодатная». Когда на поле были пастухи, ангелы говорят: «Возвещаю вам великую радость». То есть желание Божие, чтобы радость была в сердцах, в нашей с вами личной жизни. И еще больше Христос эту мысль усиляет. Он так серьезно говорит своим ученикам: «Я дам вам радость мою, совершенную». Братья, действительно, это слово очень серьезное. «Я дам вам радость мою, совершенную». Вот есть радость несовершенная, есть радость наигранная, искусственная. Ее сегодня много в этом мире. Можно ехать по дороге, видеть какую-то рекламу, улыбаются люди и предлагают Сбербанк, например, какие-то деньги. Вот такая радость искусственная. Реклама этим очень сильно пестрит. Люди в этом мире могут где-то лицемерно, искусственно радоваться. Христос говорит: «Я дам радость совершенную». Как по-другому можно это слово понять? То есть радость законченную, которой как бы предел уже, вот, которых нет примесей каких-то, вот тщеславия, может быть, какого-то греха нет, такая радость, вот полная радость.
ее дает только Господь. И думаю, многие из нас сегодня сидящих здесь, они эту радость испытали, пережили. Братья, и с моментом покаяния радость не кончается наша, она продолжается. И Христос говорит, радости никто не отнимет у вас. Эта радость и в вечности нас будет сопровождать. Радость совершенная. Если в мире настоящая радость, друзья, я однажды встретил книгу под названием «Настоящая радость» и удивился. А потом прочитал внизу «Сказка». Друзья, вот так, друзья. Вот так в мире оно, друзья. Все искусственное, все ненастоящее, наигранное все. Друзья, а во Христе мы имеем радость совершенную. И вот одним из источников является Слово Божие. Для кого Слово Божие является источником радости? Я отмечу три направления. Вот под таким вопросом мы будем рассматривать, для кого Слово Божие является источником радости. Первое знакомое место, книга Откровения, 1 глава, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий». Слова пророчества книги этой. Первое, друзья, для кого является Слово Божие источником радости? Для того, который читает и слушает Слово Божие. Мы имеем сказанное вернейшее пророческое слово, друзья. Это не выдумки. Вот. Это не какие-то ложные надежды. Оно вернейшее, точное. И поэтому, читая его, почему оно, друзья, нам доставляет радость? Потому что мы там видим нашего любимого и дорогого Отца, который нас любит крепко, нас любит сильно, в котором выражена вся добрая воля к нам. Друзья дорогие, действительно, Слово Божие – это не просто какая-то книга запретов, ограничений, лишения. Она не написана с целью лишить человека свободы, может, права выбора, как-то ущемить. Совершенно неверно. Святое Писание, оно имеет одну из целей – радовать человека. И так и говорит пророк Иеремия. «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость». Когда мы эти слова обретаем, читаем, съедаем, да, так это, такое сравнение, когда складываем в сердце, размышляем, это слово производит в нас радость. Блажен читающий. Видим сущность Бога, видим действие Божие, видим будущность нашу. Вот что ожидает нам славной вечности, друзья. Сколько в этом радости находим для себя. Как-то одному пожилому человеку подарили Евангелие, чтобы он его мог читать. Подарили. Вот со временем пришли к нему домой. Сидит он за столом, лежит открытое Евангелие. Спрашивают его, ты читаешь? Он говорит, нет, не читаю. Начал, говорит, и не читаю больше. А почему? Он такую фразу говорит, очень интересную. Говорит, оно меня клюет. Такое сравнение, оно меня клюет. Действительно, друзья, человек соприкоснулся, стал читать. И вместо того, чтобы покориться, послушаться, эти слова принять, эти слова съесть, да, он нашел там обличение. И не желая покориться, не желая слушать Слово Божие, отодвинул в сторону, оно меня клюет. Действительно, кому-то оно и может быть не в радость. Тому, который сегодня может противиться Слову Божьему, не покоряется, не соглашается, не принимает его, да, и тяготеет над ним Слово Божие, и оно ему не в радость. А когда мы слышим Слово Божие, соглашаемся, покоряемся, принимаем, готовы ему повиноваться, друзья, сколько в этом будет для нас доброй радости. Писание говорит, лист не вянет. Лист не вянет, то есть это признак такого свежести, такой яркости, да, как мы слышали о свете. Ничто другое, братья дорогие, ни деньги, может быть, ни высокие знания, ни какая-то информация, да, ни какой-то богатый ум, они не сделают нашу душу такую зеленую, цветущую, жизнь нашу радостную, они не сделают. Для этого есть Писание, и когда мы его читаем и слушаем, для нас это радость большая. Это часто заметно в детских лагерях, когда у нас бывают дети.
Вот, а потом им надо уезжать, в конце бывает детского фавора. И там, где в семьях, может быть, отцы неверующие, сложная обстановка какая-то напряженная. И кто-то плачет и не хочет даже ехать домой. Потому что здесь было в центре Слово Божие, общение. Здесь мы имели столько радости. Вот, а там тяжело. Поэтому для нас секрет блаженства в том, чтобы читать и слушать Слово Божие, принимать и прилагать к себе. Второе, братья, когда Слово Божие является источником радости. Я так себе написал. Для кающегося человека. Для кающегося человека. Не секрет, братья дорогие, что мы тоже способны согрешать. Что нас чаще всего печалит, где-то удручает даже, приносит горе, какой-то конфликт, неустройство приносит, друзья. Это грех. Разного рода. Плоти, духа, я не хочу сейчас разделять. Просто в целом всегда грех омрачает нашу жизнь, да, в семейную или личную, или в церкви, или он всегда омрачает. Это есть корень часто неустройства. И слава Богу, что мы можем, друзья, каяться, братья, что мы имеем такую способность и милость от Бога сокрушаться и плакать. И вот представить себе, не было бы Библии, не было бы то Писание, которое является источником радости для кающегося человека, который склоняет колени, который молит Бога о милости, о прощении, для него будет это источником радости. Место Писания, можно отметить, Псалом 50, стих 14. Когда Давид молится и говорит: «Возврати мне радость спасения Твоего». Это молитва, это его переживание. В другом псалме отражены его эти глубокие внутренние переживания. «И свежесть исчезла, и кости обветшали». Казалось бы, такое глубокое сокрушение. И мы уже в Новом Завете читаем удивительное, прекрасное, радостную весть такую, что «если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». Вот это слово, да, Он верен, поэтому прощает. Братья, Бог нас прощает, Бог нас принимает не потому, что мы очень хорошие, потому что мы какие-то благородные, у нас много добрых дел или заслуг, или наши сегодня, может, какие-то есть успехи, видимые в служении. Нет, Бог нас прощает, потому что Он верен и себя отречься не может. Встретил переживание так одного человека, он говорит: ну почему меня должен Бог прощать? Вот я вчера согрешил, потом было, говорит, не очень давно, я опять этот грех сделал. Ну разве Бог меня простит? Меня Бог не примет. А вот это слово читаешь, да, Бог нас принимает на основании того, что Он верен, что Он свою кровь пролил за нас. И поэтому вот верность Его, она дает нам право радоваться и принимать прощение верою. Как-то в одном детском лагере пришла одна девочка и сильно плачет. Сильно, и есть у нее на сердце, что сказать, она могла поделиться. И как разбитая, плачет в слезах: «Я сделала грех, мне стыдно, что мне дальше делать?» Я в таком был переживании, что ей прочитать, что ей сказать. И вспомнил слово: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Я это ей сказал. Я смотрю, она за это слово ухватилась. И повторяет: Христос не прогоняет вон, не изгоняет. Я такая, я в семье была верующей и плохо делала. Но, говорит, Он меня не прогоняет вон. Но столько она порадовалась в своем исповедании, в своей беседе. Она такую радость, в нашей беседе она такую радость обрела. Просто Слово Божие. Для нее это был источником радости. Не изгоню вон. Потом смотрю, крещение приняла, в церкви трудится. Так Бог порадовал Словом Своим. Братья, третье. В чем, когда Слово Божие является источником радости, да? В каких моментах жизни? Радость в страданиях за Христа. Источник радости в страданиях за Христа. Сегодня, может быть, у нас мало таких моментов, когда мы страдаем за Христа со стороны внешних. Хочу это подчеркнуть. Место Писания Матфея, 5 глава, стих 11-12. «Блаженны вы, когда вас будут, братья дорогие, будут
поносить, гнать, всячески неправедно злословить, может быть, насмехаться за Христа. Но, друзья, это будет. Но Писание говорит: блаженны вы, если вы это принимаете, если вы это с этим соглашаетесь, да. Вот в этих обстоятельствах Слово Божье является источником радости в страданиях за Иисуса Христа. Это наши дети бывают, над ними в школе посмеются, над внешним видом, над их понятиями. Но Слово Божье говорит: блаженны вы, если вы это переносите, если мы от этого не уклоняемся, как-то не стыдимся. Сегодня мир по-разному, но, друзья, он продолжает клеймить церковь, позорить за, может быть, узкие взгляды, вот за наши принципы жизни в семье, в церкви. Непременно это будет. Но, братья, не будем от этого уклоняться, не будем этого стыдиться или бояться. Вот в Казахстане слышал свидетельство одного брата, который вот 5 суток отсидел вот, за неуплату штрафа, довольно молодого брата. Он говорит: братья, я, говорит, одно понял. Там, пока был на этих сутках, говорит, не надо бояться страданий за Христа. Я думаю, надо же, какой хороший вывод сделал брат. И к себе приложил, думаю, не надо этого где-то стыдиться, бояться, где-то нас может унизить, наших жен часто где-то в больницах, чтобы, братья, нам так и настраивать наши семьи, наших детей, что мы гонимы, что над нами будут смеяться. Недавно слышал такое выражение, в общем-то, проанализировал, как вы, братья, это воспримете. В общем-то, оно где-то и находит оправдание в жизни, что сытая церковь материально, она не может бросить вызов миру. Братья, вот оно где-то в жизни, где-то это выражение проявляется. Когда где-то человек материально более богаче, да, устроеннее, трудно вызов принять от мира, трудно. Или бросить вызов миру трудно. А где-то, кто беднее, он бывает лучше принимает. Я проиллюстрирую, у нас как-то после собрания 2 девочки идут после собрания домой. Вот по улице идут, подростки так одеты прилично. Вот и кто-то из женщин на лавочке там сидел, наблюдал за ними. И как-то так посмеяться: богомолки, одели на себя такие юбки. Вот уже с детства вас в это общество, в эту секту. Вот так немножко в таком тоне. Вот. И одна говорит: кто ей позволил? Что такое? На себя посмотри. Так. И вот она так разгорячилась. А другая ее унимает: да ты, говорит, успокойся, это же за Христа. Говорит, ну ты успокойся вся. Я так послушал их, смотрю, и вот которая тут немножко она так возмущалась, это та, которая из более богатой семьи, так у них устроено все. Вот. А та, которая, да ладно, пойдет, она более где-то бедно, скудно живут, но радуется. Радуется и в страданиях. Поэтому, братья, будем и так и настраиваться. Где-то нас притеснят, ущемят. Вчера этот пример приводили за сестру Николая Степановича, которая справедливости искала, да? А оно не в лучшую сторону вышло для нее. Поэтому, братья дорогие, если Бог проводит, да, будем источником радости избирать для себя в страданиях. Слово Божие. Как-то я еще уверовал в начале самого своего христианского пути. Шел по улице, вот, только-только уверовал. Вот. Родственники все негативно, отрицательно это восприняли. Проходил мимо одной машины, открывается дверь в машине. И меня буквально затаскивают в машину неверующий родственник, вот немножко выпивший, даже, может быть, и не немножко. И как есть грязью поливал: ты предал нашу веру, ты опозорил нашу семью, да, и всякими словами, и скверными, и обливал грязью как мог. Братья, я просто онемел. У меня не было слов возразить, заступиться, что-то сказать, как немой. Сижу и вот опустил голову, все, выслушал, потом вытолкнул из машины все, что мог, сказал. Вот я иду и наблюдаю в своем сердце какое-то такое приятное чувство. И не пойму. Думаю, ругали, а мне какое-то приятное чувство. И Слово Божие вспомнил. Дух Божий, Дух славы почивает на вас. Теми хулится, а вами прославляется. Господи, я же Тебя прославил. Сейчас принял это поношение, но я же Тебя прославил. Настолько в сердце успокоилось, порадовался, думаю, вот уже мог прославить. И для меня в начале пути это было важно таким утверждением,
что быть где-то и в поношении, в презрении. А потом Бог так повел, что этот человек вскоре умер, хотя он был молодой, лет 40, и жизнь его оборвалась. И думаю, человек вот так вот хулил Бога, а жизнь так оборвалась. Поэтому, братья, апостол Павел мог радоваться, и мы тоже будем радоваться в страданиях за Христа. Ну вот о радости так немножко. Потом, что может кто дополнить? Теперь об утешении. Слово Божье является источником утешения. Уже читал место Писания, Псалом 118, стих 92. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы в бедствии моем». Братья дорогие, кому нужно утешение? Часто тому оно необходимо, кто в бедствии. И вот автор этого псалма, он пережил глубокое и серьезное бедствие. Почему я это подмечаю? Он говорит, если бы не закон твой. То есть единственным источником утешения, что ему помогло это пережить, эту нагрузку, это бремя, это горе, это бедствие, было Слово Божие. Не люди, не какие-то средства, не какие-то связи, не какой-то авторитет. В этом бедствии у него была одна надежда, один источник. Это Священное Писание. Друзья, это часто в жизни. Многие нас могли тоже пережить такие события, когда Слово Божие было единственным источником утешения. Как можно дать определение слову «утешение»? Ну, это успокоение, да? Успокоение. Но я хочу одну грань выделить. В слове «утешение» – это придание духовных сил. Успокоение и придание духовных сил. Вот так с утешением можно этим определением подчеркнуть. В трудностях, в каких-то, может быть, в переживаниях, в горе. Хочу сначала подчеркнуть важность утешения, братья. Это действительно важно. Это можно как даже служение выделить, утешение. В послании к Римлянам, 15 глава, стих 4, так написано. Римлянам 15, 4. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Братья дорогие, как высоко апостол Павел ставит Писание, чтобы вы Писанием сохраняли надежду, терпением и утешением из Писаний. То есть все, что было писано до Нового Завета, все книги Ветхого Завета, исторические, поэтические, повествовательные, истории, судьбы, факты, это все, братья, описано, чтобы Церковь Нового Завета, невеста Христа, голубица, она имела утешение в своей судьбе, в своей жизни. Так многогранно Бог описал историю Ветхого Завета, чтобы в Новом Завете Церковь Его, которую Христос создал, невеста, она могла иметь максимум утешения. С одной стороны, Писание Ветхого Завета для утешения. С другой стороны, Христос говорит, «Я уйду и оставлю вам Духа Святого», который какое имеет имя? Утешитель, да. Он будет утешать. Христос позаботился, чтобы и с другой стороны, не только Писание, но и сам Дух Святой утешал Церковь. Она в этом нуждается. Апостол Павел, повествуя об устройстве Церкви, он говорит, чтобы в ваших церквах, братья, могли проповедовать об утешении. Мы читаем об этом в послании к Коринфянам, 14 главе. Чтобы в ваших церквах были проповеди об утешении. То есть, как церковь нуждается в этом? И как важно, чтобы братья это могли делать? Написано, чтобы по очереди и могли и поучать, и утешаться. По очереди. То есть, так многогранно Бог окружил свою невесту, свою церковь, чтобы она имела в этом мире утешение. Поэтому, братья дорогие, будем и мы видеть важность этого аспекта, чтобы утешать, вот, успокаивать и придавать духовных сил в наших церквах, идти вперед. Сказано о нашем Господе, утешающий нас во всякой скорби нашей.
у нашего Господа вот есть такое проникновенное, да? Вот он такой проникающий во всякую скорбь нашу, какая бы она ни была, на каком уровне или этапе жизни, утешающий во всякой скорби свою церковь, свою невесту. Братья, в каких направлениях утешения хотелось подчеркнуть, что Слово Божье является источником утешения в чем? Тоже отмечу три момента. Является Слово Божье источником утешения в постигшем искушении. В постигшем искушении. Искушения бывают разные, по своей силе, по степени влияния на человека или на всю церковь, по продолжительности времени, они бывают разные искушения. Вот, по глубине переживаний разные бывают. Но в целом хотел подметить, братья, что Слово Божье является источником искушения. Яркий пример хотел взять из Ветхого Завета. Это Анна, которая в храме молилась. За нее уже говорили, братья, но немножко хотелось выделить, какую сторону. Эта женщина приходила в храм. Она искала утешения в свое горе. Как характеризует Писание? Она не ела. Вот, она была в слезах. Соперница ее огорчала. И вот она была той, которая изливала душу пред Господом. Там дважды в этой главе подчеркивается слово «пред Господом». То есть она сосредоточилась, сконцентрировала свой взгляд на Господе. Ты, Господи, пытался где-то муж, и хорошо, что он пытался как-то утешить, вот, выделить ей особую часть, добрые слова сказать, но она этим не успокаивалась. И вот она сконцентрировала свой взгляд на Господе. Она говорит, изливай душу пред Господом. Весь ее взгляд был, что ты, Господи, скажешь? Что ты мне скажешь? И вот через этого священника, да, она услышала слово. Друзья, я понимаю так, она как от Бога это приняла, как от Бога услышала. «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое». Братья, успокоилась она или нет? Получила ли она духовных сил или нет? Думаю, да. Если мы читаем дальше эту главу, написано, «Она ела, и лицо ее не было печально, и пошла в дом свой, да, и потом родился Самуил». Вот этот момент, да, она получила духовных сил от того, что слово приняла. Как от Бога приняла? Лицо уже не было печально, могла есть. Вот поклонились Богу и пошли. Хорошо, когда вот так вот мы пред Господом предстоим, да. Вот свой взгляд на Господь, да. Вот искушение постигло, глубокое, сердечное, может быть. Когда взгляд сосредотачиваем на Христе, Он дает свое слово, дает свое утешение. И чтобы нам, с другой стороны, относиться к нашим проповедям в собрании, братьям, которые стоят за кафедрой, принимать все, что говорится, да, как Слово Божие, да, без какой-то предвзятости, да, без какой-то мерки, да, чтобы не относиться никогда пренебрежительно к братьям, молодой ли проповедник, неопытный, да, или пожилой, да, чтобы всегда настраиваться, как от Господа принять. В постигшем искушение вот Слово Божие является источником предание духовных сил. Следующий момент, братья. Является источником утешения в служении. Многие из нас, большинство, это те, которые несут служение. Разного уровня, да, разного характера, разное по объему служения. Но вот, братья, Писание является и для нас утешением в служении. Если можно некоторые подметить разные стороны. В служении какие мы можем встречать трудности, братья? Это, например, вопрос одиночества. Часто, братья, бывает какая-то такая группа, да, несколько братьев, а какую-то ведущую роль играет один брат, и бывает ему трудно, тяжело. Не секрет, бывают такие моменты, где-то приходит брат на собрание, надо одному проповедовать, вот, и одну, и две проповеди сказать, другие не готовы или отказались. И часто такой возникает момент, как будто бы одиночество. Вроде есть еще братья, как будто бы, а все мне как будто бы нужно. Вот, или мне больше всех нужно. И вот такие моменты одиночества, братья, и для этого тоже Слово Божие в таких моментах является источником утешения. Или когда-то изливает свое сердце, говорит, я остался один, и моей души ищут, и кажется, все так ему вот плохо все.
Господь говорит, у тебя взгляд немножко неверный, да. Я, говорит, соблюл себе еще 7000 мужей, которые на колени не вставали, которые не целовали. Друзья, остальные, получается, вставали и целовали. Говорит, а вот есть, говорит, такие, которые не целовали, которые не вставали. И как-то Господь его через это слово ободрил, вдохновил. Он получил духовных сил и дальше совершал труд, и дальше совершал служение. Вот это слово от Господа принявши, он ободрился, он утешился и пошел вперед. Христос тоже был в Гефсимании. Сколько было человек в Гефсимании? Четверо, братья. Не один Христос, их было четверо. Просто остальные как будто бы не проявили поддержку, какое-то соучастие, активность. Ну, хотя Христос просил их поддержать его. Он остался один и изливает свое сердце Господу. И Господь нашел способ, чтобы и его в одиночестве поддержать. Ангел явился и укреплял его. Вот. Но мне дорого, что Христос как бы не махнул рукой на учеников. Да, с вас ничего не получится. Вот. А Христос это пережил, эту трудность, это искушение пережил. Вот. Получил утешение. И вперед мог идти дальше, вот, с духовной силой в этом приобрел, чтобы нам, братья дорогие, в церкви не пренебрегать и другими братьями. Кто может менее активный, менее способный, и не думать, что вот я один, и как будто бы мне больше всех надо, но Господь силен и других благословить, и через других помощь послать, и труд свершить. Что еще в служении бывает, друзья? Такие моменты, как неудача, провал и неуспех. Такие моменты тоже в служении нашем происходят. Да, мы не хотим. Да, мы желаем, чтобы всегда все было хорошо, на пятерку. Но не всегда так бывает. Бывает, где-то сказал проповедь, и неудачно. И ходишь в сердце, и горестно. Вот. Готовились к собранию евангелистонному, столько людей приглашали, и кажется, будет полный дом. А смотришь, малый процент. Вот. Или что-то старался, напрягался, замечания сделали, тут плохо, там неверно что-то ты сделал, не так сказал. Вот. И в таких моментах неудача какая-то, вот, неуспех. Братья, тоже мы нуждаемся в утешении. Конечно, нуждаемся. И у Господа есть слово и в таких моментах. Когда-то ученики шли из Иерусалима в Эммаус, когда Христос воскрес. И так и написано, подходит Христос и говорит, отчего вы печальны, да? Печаль такая. То есть у них вот, они были на высоте, у них все было хорошо, все были вокруг них. Вот, Христос был в центре, и они, и у них все получалось, а теперь все. Одни остались, нет Христа, и казалось бы, все. А мы надеялись было, а теперь все. И казалось бы, руки опускаются. И мне нравится, как Христос из этой печали их выводит. Написано, он начав от Моисея, и из всех пророков говорил сказанное о нем во всем Писании. То есть он делает акцент и ударение на Слово Божие. Начал из Писаний одно место, другое место, третье место. И когда они приблизились к селению, они говорят, сердце загорелось, печаль ушла, такое ободрение, да, духовные силы появились обратно. Могли двигаться в путь уже утешенные. Но вот этот принцип Христа, он начал из Писания. Он начал Писание. И так обильно и долго, по-видимому. Но это было источником утешения печальных учеников. И третий момент в служении, вот, чтобы мы могли утешаться в моментах, когда у нас есть неприятные моменты, друзья, но они бывают. Это в порицаниях, где-то в пренебрежении, может быть, даже и в невосприятии. Апостол Павел говорит, одним словом, да, в пренебрежении. Так я обобщу. Бывают моменты в служении, когда у нас есть к нам где-то пренебрежительное отношение, и даже где-то внутри церкви. Да? Апостол Павел говорит, был в чести, но был и в бесчести. Да? Где-то был в похвале, а где-то в порицании был. Да? И в такие моменты у него были, когда где-то ему в упрек говорили, да, или письма ему писали, да что ты... Он только в письмах строгий и сильный, а в личном присутствии он слабый. И с разной стороны подрывали авторитет апостола Павла. С разной стороны нарицания разные были. И подозревали в том, что в средствах неверный. По-разному, друзья. И это что было изнутри, из церкви. Друзья дорогие, вот в таких переживаниях был и апостол Павел.
И находил утешение, мы можем найти много мест Писания, где Павел говорит, Бог, утешающий смиренных, утешил нас, да. То есть его переживания Бог видел и утешал через прибытие Тита, через какие-то особые откровения, через свою близость, чтобы мы в таких моментах тоже могли вот находить утешение в Слове Божьем. Еще один пример из Ветхого Завета – это Давид, который шел, вот, и сын руку на него поднял, друзья. Это неприятный момент, когда дети поднимают руку на отца или голос на отца возвышают. Это неприятный момент. Идет Давид в таком большом удручении, в таком большом горе. Тут еще и семей добавляет, да, кровопийца, беззаконник, убийца. Столько колких слов. Братья, ведь все несправедливо. Все незаслуженно. Столько добра делал Давид. Многие годы добро творил. Всю душу отдавал, можно сказать так, Саулу. Вот, а из его дома такие колкие слова, такие несправедливые обвинения. И этот Овеса говорит, зачем этот мертвый пес злословит? Вот эта фраза, братья, зачем? Оно в нашем сердце может быть, зачем мне такое говорят? Я же этого не заслужил. Я столько добра сделал своему народу, своей церкви. Да? Зачем мне все это? Но Давид говорит, пусть злословит. Бог повелел. Глубокое смирение. Победа. Одно слово Давида и этот мертвый пес. Да, я даже не понимаю слово сочетание мертвый пес. Я не понимаю. Но он бы раз и был повержен. Но вот эту колкую, как бы, ну, вот эту фразу, да, зачем засловят, Давид мог превозмочь. Пусть, говорит, Бог ему повелел. И потухло. Вот это искушение потухло, да. И Давид мог получить духовную силу идти вперед. Это что касается служения. Братья, и последний пункт у меня. Вот, утешение в болезни. Вчера уже говорили, что мы живем во время, когда много болезней. Вот, болеем мы, болеют часто наши жены, дети. Но и в болезни Господь силен нас утешать Словом Своим. Как это дорого и важно, чтобы нам и в болезни не только врачей искать, но и Господа. Да? За одного царя мы читаем, который взыскал врачей, а не Господа. Ну а для нас большим источником утешения в болезни является наш Господь. Место Писания из книги «Исход» там написано, сейчас не помню место, но так сказано, «Я Господь, целитель твой». Братья, сколько можно много примеров приводить и библейских, и жизненных, когда, уповая на Господа, мы получали утешение в болезни. Может быть, не отступала болезнь сразу, но какое-то вот ободрение, какие-то духовные силы, они появлялись и во время болезни, чтобы дальше переносить, преодолевать. Вот Христос часто, да, больным говорил, дерзай, чадо, да, дерзай, чадо. Кому-то говорил, не бойся, только веруй, да. Ну как этого отца, которому вот со стороны говорят, да, что дочь твоя умерла, да. Это же такое горе. Христос говорит, не бойся, только веры. И выздоровеет, и спасена будет. Христос давал слово для утешения в болезни. Братья, на этом у меня все. Если будут какие-то дополнения или рассуждения, то пожалуйста.